Миронов. Не точная передача, они не поняли друг друга, я думаю, что с Игнатенко тот все-таки ждал передачи в ноги, а Миронов ждал такого активного забегания. А я, наверное, все-таки с Игнатенко соглашусь, смысл тут бежать, сломя ноги, 3-1 счет, не нужно зоны оголять, тем более, что вот видите, да? Оно потеря необязательная совершенно, и там еще одна последовала глупая ошибка. И вот он момент и гол. Рано расслабляться нельзя ни в коем случае. Пожалуйста, 86-я минута, 3-2, и сейчас попотеем.